Здравствуйте! Сегодня мы окунемся в атмосферу, созданную ребятами с первого курса. Все они очень творческие и ответственно подошли к презентации своей группы. Была видна потрясающая работа кураторов, которая помогла школьникам сплотиться и объединиться вместе с колледжем. Представление презентации групп первых курсов закрывал класс 10Т. Все ребята полностью вжились в роль стиляк. Даже ступив на порог первого МОКа, уже можно было погрузиться в атмосферу далеких 50-х, 60-х годов. Ребята очень детально проработали свой сценарий. На каждой перемене было много активностей. Все танцевали и участвовали в конкурсах, в том числе и преподаватели. Привет. Скажи, пожалуйста, свое имя и фамилию. Меня зовут Боровская Ксения. Из какого ты класса? Я из 10Т. Расскажи, пожалуйста, о презентации своей группы. Что было сделать легко, что сложно именно в подготовке? Мы выбрали тему стиляги, и эта тема сама по себе очень сложная. Было сложно сплотить ребят, всех собрать вместе, начать подготовку более серьезную. Как зрители отнеслись к вашим выступлениям? Это волновалось? Я не волновалась в день выступления, я больше переживала за неделю, потому что мне казалось, что у нас все плохо, и мы провалимся. А зрители, они поддержали нас, они были очень активными. Показалось это хорошей отдачей. Расскажи, что ты думаешь о такой возможности представления групп. Интересно это тебе или нет? Мне кажется, что это очень интересно, потому что благодаря этой презентации мы с классом очень подружились. Я узнала о других группах. Я теперь спокойно различаю их в коридорах. И мне кажется, это отличная возможность самовыражения. Все очень ждали конца дня. И когда он наступил, силами студентов был накрыт стол с угощениями на любой вкус. Каждого участника презентации наградили медалью и грамотой за его старания. Счастье можно было прочитать на лицах студентов и преподавателей. Совершенно точно можно согласиться с тем, что презентация 10-го Т-класса удалась. Спасибо за просмотр. С вами была Забузская Кристина и Анастасия Пискунова на площадке первого Московского образовательного комплекса.